Вот, ребята, записываю еще ролик новостной. Прислали мне мужики крутые из Комсомольска, хорошие ребята. Вот, два видео скинули мне новостных по Иргановской бухте за 3 января 2021 года. Ребята тоже подтверждают, что рыбы не было сегодня в Иргановке. Вот. А пользуюсь случаем, как бы, у ребят есть свой канал, классные ролики они записывают, прям смотришь на одном дыхании. Вообще молодцы, советую посмотреть этот канал, это не реклама, это мое мнение. Вот. Достойные ребята, достойны того, чтобы их посмотрели. Я очень им благодарен за то, что они мне скинули такие ролики для меня, для моего канала. Удачи всем, ребята. Всего доброго. Ссылочку я поставлю в описании под видео. Это ссылочка «Рыбацкий клуб. Алкоголь». Посмотрите, ребята. Подписывайтесь. Там тоже хорошие новости, хорошие фильмы люди выкладывают. Всего доброго. В общем, вот специальный репортаж для деда Романа для от алкоголя. От алкоголя клуба. А, значит, мы на Иргановке, Декастре, от кафе вниз, то, что нам все знают, рыбаки. В общем, что-то нет рыбы на льду у народа. Есть, но очень немного. А так, чтобы единично. Прям, так, что прям плескалось, нету. Большинства нету вообще. Ну, по одной-две штучки, да, что-то. Ну, да, это прям. А вот, видно, ну, она прям не свежая, то есть не прыгает, не бьется, вот что-то есть. На Иргановке что-то не знаю, пока не сильно радостно. Народ на Тигиль ездит, проезжает, вот я смотрю. Самые отчаянные. Скучает народ. Никто активный не ловит. Блин, слушай, ну реально нет рыбы. Как-то так, что прям. Я предлагаю. В общем, на Иргановке сегодня грустно. Вот. На двоих за час. По 8 хвостов на человека. Короче. 16. Закармливали крилем, все, не помогает. Попали на отлив. Но, судя по тем, потому что у людей было на льду, корюшки сегодня в Иргановке не было. Да, Игорь Владимирович? Да. Корюшки в Иргановке сегодня не было. Я можно вот так положить? Ложи.